Привет всем! Алена, Даринка, кто у нас еще? Карина! Привет, Карина! Я сама являюсь мамой ребенка с кохлеарным имплантом. И когда Глебу было 4 года, мы попали на занятия по вокалу. И на тот момент для меня, как и сейчас для многих родителей детей с кохлеарными имплантами, я недоумевала, как это петь может ребенок, хотя бы же научили его бы говорить хорошо. Я не понимала, насколько тесно пение связано с речью. Поднимаем ручки вверх. Покажите, как будем поднимать. Солнце! Хочу увидеть ручки. Солнце! Аня, ручки хочу увидеть. Человеческая речь и состоит из этих интонаций. Мы понимаем, человек злится или он нам радуется, и ловим это на слух. Для наших детей, детей с кохлеарными имплантами, это невероятно сложно. И умение услышать эти интонации в песне помогает услышать эти интонации в жизни и научить воспроизводить их. То есть зачастую у детей с кохлеарными имплантами монотонная речь. И вот пение эту монотонность разрушает. Нужно очень захотеть. Настя, улыбнись. Растянули губки. Дана, улыбнулись. Да, вот такие, молодцы. Онлайн-обучение – это интересно и круто тем, конечно, что мы можем охватить детей, разбросанных по разным странам, даже вот в одном месте собрать на урок. Дети с кохлеарными имплантами узнали друг друга. Да, порой, может быть, этот один человечек с кохлеарным имплантом живет в городе своем небольшом и не знает больше таких детей. И вот они увидели друг друга, они услышали, как они поют, как они говорят. Эти дети невероятные, они ловят каждое слово, они смотрят, ловят каждый жест. Они так стараются, вы бы это видели. Яблочко, яблочко, яблочко. Яблочко, яблочко. Яблочко, 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 яблочко. Яблочко, яблочко. Пение развивает все параметры речи и те моменты, над которыми приходится кропотливо работать у логопеда, у сурдопедагога. Пение происходит по волшебству сами собой. То есть мы поем, и отлаживается наша артикуляция. Стань звездой! Так, пролистай еще следующих 4 человека. Широкие рты, большие. И стань звездой! Стань звездой! Стань! Одни. Попробуйте заставить ребенка 100 раз повторить у логопеда скороговорки какие-то. Это кропотливый труд. А спеть песенку, она сама вертится в голове. Если вы начнете пением заниматься, вам будет тяжело остановить его от песен. Он будет во время всяких дел домашних петь, проговаривая нужные нам чистоговорки, скороговорки. И вот в этом волшебство. Море, солнце. Самая великая награда, если после того, как отгремит уже финальный гала-концерт фестиваля, пение останется в их жизни. Это просто счастье будет мое. Прощаюсь. До свидания, мои хорошие. Люблю вас всех. Ну, включайте микрофоны и прощаемся. До свидания всем. До свидания, солнышки.